Так, всем привет, видео от Невка. Сейчас я сниму такой ролик небольшой о ошибках каменщиков. Значит, при возведении лоб. Ну, я часто сталкиваюсь с таким моментом. Очень многим все объясняю. Кто-то понимает, кто-то не понимает. Но каждый себя считает мастером, делает. Потом, значит, все это куда-то валится, падает. Значит, и поэтому я решил снять вот этот, значит, ролик. Ну, смотрите, вот, например, у нас идет угол. Все, первый ряд выставили. И, значит, начинаем мы делать второй ряд возведения угла. То есть, вот так вот начинаем делать. Ну, как обычно, там, мастерок, молоток, уровень. То есть, ставим. Значит, я показываю так, как работают, ну, каменщик, как я работаю, там как-то еще, то есть ставят его под отвес, значит, отвешивают, соответственно, так отвешивают. Значит, потом, смотрите, начинается ошибка каменщика начинается, я ее считаю вот в этом действии, наляпывание вот этого вертикального шва, то есть ставят кирпич, делают небольшие удары, и за счет того, что шов нанесен, вот этот кирпич при ударе, он вытаскивает, соответственно, заводной кирпич сам, причальный, немного вперед. Потому что я постоянно сталкиваюсь, что у всех углы заваливаются наружу. То есть делают вот такие ляпсы, моменты. Даже когда ставят, он может вот так вот подбивает, чтобы он вылез. И вот этот кирпич, он по-любому, он вылазит. То есть он вылазит наружу, туда. Потом, когда заводит угол, на сколько-то кирпичей, берут уровень и начинают его допроверять. Но угол уже по факту завален. Сейчас я посмотрю, а то опять не получится. Нет, есть. Но угол по факту завален. И что делают? Делают, значит, начинают бить его, да, подбивать. Но подбивать его тяжело подбить, потому что сама постель подхрясла. И стоит еще два кирпича, которые не дают ему ход назад ни сюда, ни туда. И раствор, соответственно, подхряс. И вот бьют до той поры, пока можно это сделать, да, пока, ну, бьется. А потом, ну что, ну потом оставляет вот этот кирпич за основной, потому что сюда его поставить уже невозможно. И идут дальше. В процессе что получается? В процессе увеличиваются вот эти вот, значит, вертикальные швы, становятся толще. Вот. Ну, некоторые считают, что все нормально. Кто-то там считает ненормально. Я считаю это ненормально. Значит, давайте, сейчас я покажу, как это дело надо сделать. А, ну здесь у нас просто стоит. Так, у нас кирпичик-то хватит еще. Хватит. Смотрите, как я лично вижу этот момент. То есть вот он стоит. Сейчас, одну секунду, пару кирпичей еще принесу. Так, давайте смотреть, как лично я вижу это дело. А, здесь у нас есть растворчик. Значит, мы ляп сделаем. Вот, да? Вот, смотрите. Сделали, значит, два ляпса. И уже вот этим одним кирпичом два кирпича сместить невозможно. Ни туда, ни сюда. Вот. Что лично я предлагаю для там начинающих, там для особо одаренных. Смотрите. Я предлагаю вот такую вот тему. То есть ставим мы кирпич. Смотрите. Ставим кирпич, как положено. Вот мы его поставили. Значит, отбили мы его по горизонту, там по вертикали. Все. Отбили. Отвесили. Соответственно, да? Отвесили. Выставляя следующий кирпич, мы не опрокидываем вот этот шов. То есть мы визуально, кто там, ну, у кого какой там приспособление есть, выставляем вот этот шов. Все. И пошли дальше. Но вот этот кирпич мы уже будем накидывать. То есть мы накинули и поставили сюда кирпичик.
меня вот, ну, вот такой вот, допустим, да? То есть сюда мы уже поставили со швом. И дальше мы угол погнали со швом. Но это пока не трогаем. И в эту сторону, значит, мы тоже не трогаем. Мы тоже не трогаем, да? То есть мы поставили опять. У кого какие там калибрики, у кого какие там пруты там, кто делит по кирпичу, как ставят. Все. И погнали дальше. При установке вот таких кирпичей и при ударах происходит выдавление. Выдавление. Вот этот кирпич тоже немного двигается там на несколько миллиметров, но при этом он не двигает вот этот кирпич заводной. То есть мы берем потом и спокойно его, ну, забиваем. Как забивать, я уже показывал. То есть забили его, все. При этом вот этот раствор, он никогда не выдавит. И мы же пока заводили угол, он немного, ну, как бы прихряз. То есть все срезали, и мы спокойны. Мы спокойны, что у нас угол идет все четко. Значит, если у вас швы, вкладки начинают увеличиваться, значит, у вас что-то валится. То есть у вас углы валятся наружу. Ну, задавленных швов я никогда не видел. Я всегда видел увеличивающиеся швы. Ну, это говорит о том, что... ну, вот, одна из ошибок. Вторая из ошибок, считаю я тоже немаловажная. Некоторые хвалятся, что у них там уровень, к примеру, там стоит, ну, 5000 рублей. Или там гривен, или долларов. Ну, как-то вот так вот, да. Ну, я не хвалюсь, но вот говорю, что Капро очень хороший и надежный инструмент. Я им работаю, но он меня никогда не подводил. Но опять, даже с Капро я работаю. Значит, видите, у меня лист корябанный. Я работаю с двух сторон. То есть, смотрите, когда я завожу угол, я не делаю вот эту часть основной. Основной для заводной, ну, как бы при возведении. Значит, я делаю основную, ну, я делаю основной частью две части. То есть, вот эту часть Капро и вот эту. Смотрите, я, например, завел 3-4 ряда под уровень. Вот, вы видите, да? Значит, я завел вот под эту сторону. То есть, я завел под эту сторону. Желательно, конечно, каждый ряд менять. Это будет еще надежнее. Следующие три ряда я завожу уже уровень, переворачиваю на 180 градусов. Я его перевернул и завожу. Да, он точен. Он очень точный, но у них все равно есть погрешность у этих уровней. Например, на 3 метра там есть погрешность, ну, где-то 2-3 миллиметра. Вот у него, да, 2-3 миллиметра, но плюс у нас еще глаза имеют там окружность, да, какую-то тоже. Мы когда смотрим, боковое зрение, есть какая-то погрешность. Поэтому я рекомендую, рекомендация от Невка, работать и вот этой частью, как бы основной частью работать. И работать, соответственно, не основной частью, то есть обратной частью. И этим самым вы будете как бы, ну, более точны. То есть у вас вот эта погрешность, там 3 мм, она разделится пополам. И по факту получается погрешность у вас будет на 3 метра, всего миллиметр. Ну, как-то так. Вот я лично считаю, это так. И всегда, значит, я работаю вот так. Значит, вот таким макаром. Я очень часто и много встречался с такими ребятами, которые работают, ну, вот уровень, он уходит там влево или вправо. И им тяжело доказать что-то, что у них уровень как бы, ну, неправильный. Они говорят, что он дорогой, что он правильный. И, ну, отвес, конечно, показывает, что, ну, говорят, что это там допускается. Но чтобы не... Я работал, честно говорю, я снимал видео на эту тему. Я работал вообще кривым. Он у меня был настолько кривой, что, ну, обманывал. Хорошо, где-то на метр, там, 5 миллиметров, да, брехал. Но я вот таким вот переворачиванием, короче, я делал, ну, ровные стены. По мере возможности. Все, спасибо за внимание. Невок 3 единички.